Всем доброе утро. У нас 11:30 утра или дня. Я уже сходила в магазин сегодня. Сходила в магазин, сделала небольшие покупочки себе и забежала на рынок. Думаю, дай-ка посмотрю там цветочки какие-нибудь. Бегонию мне хотелось. Вот, хотите, я вам покажу, какие цветочки продаются на нашем рынке, в каком состоянии. Вот это бегония еще куда ни шло вообще. Так и ничего, хорошенькое. Листочки, цветочки. Это клубневая бегония. Это, можно сказать, шикарная вообще. Белая такая, махровая. Этот куст, можно сказать, шикарный для рынка. Это на улице. Не в павильоне, а на улице. В павильоне не было вообще цветов сегодня. В павильоне у нас в хорошем состоянии цветы продают. Растения комнатные. А вот на улице там что творится у них? На улице пекло, жарище, 30 градусов сегодня у нас. Сказала, что клубневая. Ну, красивая. А вот это вот... Это вообще... Здесь все листья сухие. Ни одного живого практически листа нет. Но вот эти листья, они, конечно, живые. Но как их сейчас реанимировать, я не знаю. 200 рублей просила вот за этот куст. За 150 отдала. Еле-еле скрипя зубами. Говорит, что клубневая. 2 года назад я покупала свою бегонию красную, которая у меня на балконе висит. Сейчас покажу вам. Вот эта бегония. Я вам ее уже много раз показывала. Вот она. Мне говорили, что она обычная корневая, не клубневая. Тогда она еще так на меня ехидно посмотрела, когда я у нее спросила. Я говорю, она корневая, а то, говорю, мне клубневая не надо. Я с клубневыми, говорю, не дружу. Она говорит, да, корневая, так глаза опустила. Я что-то подумала, что она как-то неправду говорит. И на самом деле, когда осенью стала пересаживать, смотрю, у нее клубень огромный. Потом оказалось, что я с клубневыми-то, наоборот, лучше даже подружилась, чем с корневыми бегониями. Вот такая вот у нее детища. Огромная. Черенковал я весной. Тоже показывала вам уже. В общем-то, вот, обманывают на рынке. Сказали, что она корневая. Но даже к лучшему оказалось, что она клубневая. В общем-то, буду я их сейчас реанимировать. Земля вообще как камень, вся сухая. Что у одной, что у другой. Ну, это еще как-то полито более-менее. А тут вообще все сухо. Сейчас все цветы обрежу. Свой любимый HB1. Все, опрыскаю. 101, то есть. HB1, говорю. Я прибежала с рынка сейчас. И думаю, быстрее надо реанимировать их. Пока не реанимировала, думаю, покажу вам. Горшочки купила вот такие заодно небольшие. Пока 3 штуки. Пересадки много, как всегда. Это вот 800. 700. 0,8. Это 0,6. А это 0,5. Мне еще хою мультифлор надо пересадить сегодня. Сегодня-завтра. Литровый горшок у меня есть. В литровый буду пересаживать. Там много черенков у меня. Одно растение пушистое хочу сделать. Вот такой ковшик купила для дачи. Смерным. С меркой. Вот такой ситечко тоже для дачи взяла. Это листочков я у нее набрала. Вы представляете, она мне какие листы дает. Этот лист вообще не жалеется. Она мне говорит, посадите. Я говорю, вы издеваетесь, что ли? Он весь мягкий. Он весь сломанный. Ну, это вообще. И без...
Зазрение совести дает мне. Я говорю, ну это же не жилец. Ну положите воду, он отойдет. Я говорю, а тут отходить-то нечему, он ведь труп. И еще второй такой дает мне. Я говорю, он тоже не пойдет. Это от красной бегонии, совсем от другой. От махровой. Там тоже мне понравилось. Но у меня уже денег не было. Там у нее большой куст был, дорогой. На продажу. Но он подобный моей, который на балконе висит. Я говорю, этот лист тоже не жилец. Ну, забрала на всякий случай. Я у нее все-таки выцегнила. Я говорю, ну дайте мне хоть маленький листочек, пожалуйста. Нормальный только. Вот. Отломила. Еле-еле скрипя зубами. Скрипя зубами. От сердца оторвала. Можно сказать. Сейчас посажу тоже его. Купила еще спрунцовку. Поливать цветочки на стеллаже. С длинной насадкой давно искала. Зашла в аптеку сейчас. И купила спрунцовку. У меня есть одна маленькая. Но у нее объем небольшой. А это побольше вот. И специально хотела вот такую тонкую штучку. В общем-то, на стеллаже у меня все втык-втык стоит, чтобы не проливать на полке. С тонкой насадкой взяла. 98 рублей стоит. Купила себе кошелек. Заодно. Я уж тут заодно показываю. Вроде никогда не показывала такие вещи, только цветы снимала. А тут что-то начала. И ценник тут тоже заодно не снялся. Висит. Такой кошелечек. Серенький. А то у меня уже мой порвался. Обувь купила себе. Две пары. Вот такую вот. Маломерки. На два размера. Я 37 ношу. До 39 взяла. Такая обувочка. Такая обувочка у нас. Мне отдали за 650 рублей. Такие симпатичные летние. И еще вот такие вот босоножки взяла себе. Эти за 500 отдали. Ну вот, хотела показать вам только цветы, а тут начала все показывать. На этом со всеми прощаюсь. Всем всего хорошего. До свидания.